деревне, в селе Кунары Свердловской области есть вот такой вот дом кузнеца. Вот, кстати, какие-то то ли итальянцы, скорее всего, какие-то приехали. Сюда очень много людей приезжает. Ручная работа здесь, и ковка, и дерево. Вот, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мир. 50-летие Великой Октябрьской революции. Голуби мира. Сюда приезжают отовсюду, снимают, фотографируют. Не знаю, получится внутрь попасть или нет. В ограде там, конечно, скромнее. Основное все красивое, такое все интересное. Это вот у нас железо. Это вот железные цветочки такие у нас идут. Серп и молот. Здесь богатыри, былинные богатыри. Тоже серп и молот сверху. Все это ручная работа, 1956 год. Да, это красиво. Хотите верьте, хотите нет. Но где-то в интернете я увидел про этот дом. Вот у нас итальянцы с Рима приехали на экскурсию с переводчиком. Сейчас разговорились. И вот у нас там работа началась. Вот этого дома мастерство, вот это все началось в 1954 году и закончилось в 1967 году, в канун 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Вот этот дом был в 1956 году уже окончен вот в таком виде, в каком вы его видите. Ну, с учетом, скорее всего, каких-то еще незначительных нюансов. Периодически это все подкрашивается, доводится до ума. Ну, в общем, вот такой вот красивый дом. Насколько знаю, там внутри очень интересное убранство. Сейчас попробую постучать хозяевам и напроситься к ним в гости. Ну, а чтобы их как-то поддержать, можно будет купить у них картошечки. Все равно надо будет картошечки взять. Да, не зря ехал. Ромашечки, цветочки. Не зря ехал 3000 километров. Вот здесь еще можно купить картошечки домашние. Да, красиво здесь. Смотрите, какой. Видно, не видно, петушок сидит, гребешок. В общем, внутрь попасть не получилось. Получилось купить картошечки. Ведерко такая, картошечка хорошая. Это 150 рублей всего большое ведро. Сегодня буду жарить, кушать. В общем, женщина, которая здесь живет, она, к сожалению, не представилась. Вот ее отец всю жизнь этот дом обустраивал, обстраивал, строил, резал, железо паял, паял. И вот получилось такое убранство. В дом, к сожалению, меня не пригласили, хотя я просился. Говорят, надо все освежать, подкрашивать. В таком виде мы не хотим людям показывать. Ну, может быть, с одной стороны, это и лучше. Ну, в любом случае, получилось очень классно. Сюда едут со всего мира. То есть она говорит, тут постоянно, говорит, постоянно, постоянно. Я говорю, ну, нужно вход платный сделать. Уже давно все это окупилось бы. Ну, решил подержать, говорю, купил картошки. Хоть 150 рублей, но на баночку краски, на маленькую, то пойдет что-нибудь свежануть. Путешествуйте, смотрите прекрасные моменты, места. Всем удачи. Пока-пока.